цветочный узор. Первый раз вот попробовала. Но по мне это крупновато. Ну ничего, так тоже интересно. Думала, включила видео, а оказалось, что нет. Ну, зато получилось. В общем, смотрите. Надо как бы делать дугообразные такие. Линии и с острым концом, как бы с острым листиком таким. Мне кажется, что так красивее выглядит. Я такую стежку подсмотрела на выставке квилтеров, американский город, не помню, как называется. И там было выстегано панно. Ну, рисунок похожий, сразу говорю. Не совсем прям один, один в один. Ну. Вот так вот, где-то вот так. Конечно, еще учиться надо, но делаю какой? Третий раз. Первый раз на видео. Более размашисто у меня получилось. И вот третий раз. Так что нет предела совершенства. Самое главное, не бойтесь, делайте. Потому что если бояться, то ничего не получится. Видите, какие узоры можно. Ну, конечно, был бы, если бы ограниченное пространство, я так думаю, что узор бы по-другому выкладывался. Так как у меня тут свободное пространство, можно делать сколько хочешь. Но в том видео, да, я им прикреплю ссылочку на него, там было ограниченное пространство, поэтому по-другому все это выглядело. Ну вот. Вот видите, изнанку показываю. Вот. Поэтому... А здесь вот так вот можно даже вообще, как бы, я вот смотрю, прям интересные переходы можно делать. Тоже свои какие-то вот прям уже узоры появляются. Так что вот так. Учитесь, тренируйтесь. Всем пока.